Всем привет! Сегодня 3 августа. Уже полностью поспел, даже переспел инжирный сорт персика Бельмондо. Я за него, блин, забыл. Уже, блин, много попадало, много погнило, блин, на земле. Блин, что-то я за него забыл. Он у меня в углу находится. Вот такие вот красивые, крупные очень, громадные инжирные персики. Очень вкусный сорт. Вот в руке. Как красивый, желтомясый. По вкусу, конечно, очень хороший. Вот какой. На солнце. На солнце аж горит. Такой в тени. Сорт урожайный, крупный, очень вкусный. Среднего срока созревания. Плодоносит каждый год. Привит на подвое дикий персик. Вон какие здоровые висят плоды. Сейчас сважим, наверное, точно по 150 грамм. Аж интересно. Самому такой вес. Такие вот красивые. Красивые плоды. Так, а ну-ка сейчас. Вот так в тени. Вот такой у него цвет на солнце. Более такой цвет у него оранжевый. Но плоды очень красивые. Блин, переспели, начали гнить. Ёлки-палки. Как же я так забыл за него. Ну, это из-за того, что он переспел. Он уже давно поспел. Его можно было, наверное, 27 июля уже рвать и кушать. В этом году раньше. Я и подходил до него, и все. И как-то то работа, то. Как-то забыл. Такие здоровые вообще. Такие вот плоды. Видно на руке, что здоровые. Сейчас сважим, посмотрим. Нарву. И уже попробуем на вкус его. Так, сорвал я вот немножко плодов. Вот такие они здоровые. Вот в руке плод инжирного персика Бельмондо. Просто шикарный. Брал я его, покупал саженец у Юры Кривовяза. Большое ему за это спасибо. Сорт очень мне понравился. Очень товарный, очень урожайный. Классный сорт. Хорошие саженцы продает, молодец. Так, сейчас давайте сважим его. Посмотрим, какой у него вес. Так, вот большой плод. 226 грамм Бельмондо. Я не ожидал. Вот такой вот вес может быть. Да, я вон жирных такого веса не видел. Блин, красавчик. Вот самый большой. Так, ну пойдем дальше. Эти, наверное, по 150. 170 грамм. Классно. Размер впечатляет. 200 грамм. Вот это я понимаю. 160 грамм. 170 грамм. Это не то, что я самые большие, два больших сорвал и все. Вот я нарвал, вот такой вес у него. 124 меньше, да. 173 грамма. Да. На диком подвой дикий персик. То есть у меня одно дерево растет. То, что я брал у Юры Кривовяза. 123. А что тут 2 грамма, что оно сбилось. Ну, еще раз большой сложить. 226. Не знаю, на ком подвое. Я себе, у меня персик рос. Я себе на персик, на дикий, влупил его. И вот это вот такой размер на диком персике показывает. 178 грамм. Да. Такой вес, что кто бы сказал, я бы не поверил, что инжирный такой вес может быть. 173. Круто. 180 грамм. Я, честно говоря, глазам не верю, что такой вес у него. 158 грамм. Не, круто. И что самое интересное, он очень вкусный. У него 184. У него такой вот привкус напоминает чем-то манго. Чем-то манго напоминает. Классно. Так, ну что, сейчас
его разрежем, попробуем, какой он по вкусу, чтобы было видно. Что-то весы, блин, на 2 грамма брешут у меня. Новые весы купил, что-то они, наверное, китайцы, что-то не доделали. Так, ладно, сейчас разрежем. Так, вот такая вот у него мякоть, чисто желтая. Косточка свободная, отделяется очень хорошо. Вот спелый плод, видно, он сочный, весь переливается. Мякоть такая плотная, не мягкая. Хотя они спелые, вот видно, плотная мякоть. Отличная. Я сейчас попробуем на вкус. Ну, шкурочка. Шкурочка тоненькая. Отделяется тоже хорошо от плода. Сейчас попробуем на вкус. Ой, сладкая вкуснятина. Классный сорт. Сажайте его себе смело. Будете в восторге от него. Что размер? Я сам в восторге, честно говоря, от веса. Я вкус его пробовал уже не один год. Ну, размер такой вот у меня первый раз. Просто шикарно. Очень сладкий. Вот если видно, очень сочный. Офигенный сорт. Подмерзаний не было. Растет у меня больше 6 лет данный сорт. Опыляется хорошо. К болезням среднеустойчивый. То есть обрабатываются все одинаково. Персики. Косточка, видно, небольшая. Сейчас вытяну ее. Она свободная. Вот она, хоп. И вылетела. То есть вообще класс. Косточки нету, одно мясо. Одно мясо. Болезнями, в принципе, не повреждается особо с обработками. Заказывайте черенки, колируйте или покупайте саженцы. Я брал у Юры. То есть у него этот сорт есть. Можете заказывать ему. Потому что я саженцами не занимаюсь, только черенками. Если кому интересны черенки, то звоните. Вышлю новой почтой. Если понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Буду снимать много новых сортов, новых видео. Сортов много. Так что подписывайтесь, не забывайте. И будете смотреть, вот, какие есть сорта в Украине. Шикарные, просто шикарные. Размер, конечно, у них бомба. Вот еще раз слажу. Просто я не верю глазам, что такой вес может быть, блин. Что, все? Батарейка, наверное. Да, батарейка отошла. Батарейка отошла. Сейчас сважу. Вот самый большой плод. 226 грамм. Кто бы мог подумать. Ну, а в среднем 170-160 грамм. То есть, ну, 200 грамм. Вот средние плоды. 160, 9, 70. Ну просто класс. Всем спасибо за внимание. Всем пока.